Нет. О, проклятие. Ну, лучше, чем ничего. Надо отнести фрагмент оружия Гея на анализ. Если мы сможем его воссоздать, то сможем и победить зенитов. И надо еще проведать клона. Варл, где наши гости? Мы в техническом коридоре под залом управления. Ясно. Все в порядке. Могу взглянуть, если хочешь. Не, он работает. Надо только щелкнуть по нему пару раз. Элой, мы собрали в тот ящик немного припасов. Бери, что нужно. Элой, ты здесь? Ага, просто проверяю, как тут дела. В смысле, после встречи там внизу с другой тобой, которая и не ты вовсе? Наверное, для тебя все еще более странно, чем для нас, да? Пожалуй. Варл сказал, она может помочь в нашем деле. Надеюсь. Чем ты еще занималась? Изучала ростки Геи, ее вспомогательные функции. Хотела понять, почему одна из них сотворила такое сфа. Я так удивилась, когда прочитала про Гефеста. И поняла, что это он создал все машины. И духов Земли тоже. Выходит, Гефест подарил Утару все, что у нас есть. А не только текущие проблемы. Поэтому мы должны вернуть Гее ее силы. Узнали что-нибудь еще? В данных, которые Гея получила с эфиром, столько интересного. Трудно поверить, что буревестники когда-то помогли очистить небеса. А я так боялась их в детстве. От грома до сих пор мороз по коже. У всего, что создает Гея, есть цель, да? Да. И если мы сможем вернуть Гефеста, буревестники снова станут полезными. Значит, ты видела Бету? Варл сказала, она ранена. Я решила дать ей настой, чтобы снять боль. Ты молодец. Я очень надеюсь, что она не собирается вечно сидеть там внизу. Она выглядит так, будто света дня не видела. Мне нужно идти. Пусть земля цветет перед тобой. Голограммы? Гея, ты сказала, что базы данных утеряны. Я сумела перенастроить оборудование для хранения данных, собранных тобой в путешествиях. Это челнок. Я взорвала такой в научном комплексе «Зенита». Варла очаровала идея космических полетов. Он нашел себе сувенир.
Кто-нибудь видел мои фигурки машин для стычки? Ты на складе смотрел? Может, оставил их там, когда уронил бочку с Элем? А, надеюсь, они не запачкались. Эрент, все хорошо? А? Да, да. Почему бы и нет? Потому что теперь меня две. Тебя теперь стало две. Но ты, похоже, с этим справляешься. Не сказала бы, что отлично, но стараюсь. Что будешь читать? Заметил, что Гея внесла в архив что-то про железные пруты для укрощения молний во время грозы. Вспомнил двоюродного братца. Решил, что поймает молнию, если прикроется пластинами буревестника. Доказывал на самой высокой горе в жиле. История кончилась, как обычно, озером. Вспышкой и грохотом. Что нового узнал из визора? Пока разбираюсь, как читать с его помощью. Вон та влюбленная парочка помогает мне чуток. Если честно, от этих закорючек у меня башка трещит. Но я с ними справлюсь, обещаю. Ты уже пообщался с Бетой? Она почти все время тут проспала. А когда проснулась, я решил, пусть Зои и Варлу налаживают мосты. Я им только под ногами мешаться буду. Мне пора в путь. Смотри, не очень бузи там. Значит, предтечи красили лица чем-то под названием макияж? Как Карх? Но зачем? Не пойму. Наверное, это был какой-то символ. Как раскраска. Куда делся Катал? А по моему лицу всегда все понятно и без краски. Кажется, тут кто-то все передвинул. Элой, ты нашла свою комнату. Твои спутники решили, что тебе пригодится личное пространство. Очень мило с их стороны. Мое старое копье. Раст помог мне сделать его. Когда я закончила обучение. Это было так давно. Когда Варл нашел меня на полигоне Аида, я будто увидела Раста. Вряд ли он бы смог понять все это. Понять, что я должна сделать. И все же... Жаль, что его больше нет. Это право на проход, которое Фашав дал мне на посольстве. Мне он понравился. Хороший был человек. И, наверное, очень хотел вернуться домой. Когда я встретила Хикару, подумала, еще один кровожадный воин. Но Фашав был прав. Хикару ищет мира. Ему будет непросто. Но новые шерифы, они помогут ему.
Я месяцами носила с собой подвеску Элизабет. Но раз мы теперь обустроились тут, пусть она хранится в безопасном месте. Элой, рад, что ты в порядке. Она испугалась, когда проснулась, и сбежала сюда. Я решил подождать тебя. Я поговорю с ней. Эй! Ты же Бета, да? Меня зовут Элой. Что такое? Рана болит. Синдром разрушения симулякра. Я не понимаю. Внезапное удаление устройства с нейроподключением. Мозг, а особенно мозжечок, лишается контроля над чувствами. Все кажется нереальным. Далеким. Я могу тебе чем-то помочь? У тебя есть лишний визор? Он примитивный, но с ним будет проще. Да. Загружаюсь. Значит, Элой, тебе, наверное, нужна информация. О тебе и зенитах. Да. Что они тут делают? Чего хотят? Откуда у них ты? Но начнем сначала. Предполагаю, они подделали взрыв корабля 1000 лет назад. Это очень даже в их характере, им не нужны были последователи. Значит, дальний зенит смог создать колонию. Да, на несколько сотен лет, но не навсегда. Какое-то стихийное бедствие уничтожило ее. Ясно, значит, потомки дальнего зенита сбежали с гибнущей планеты. И теперь хотят захватить Землю? Они не потомки. Что? Это не потомки, это они же. Люди, покинувшие Землю 1000 лет назад. Ты не знала? Как им удалось выжить? Они не выглядят... Как им это удается? Думаю, совмещая медикаменты, клеточную терапию и импланты. А ты... Ты что, тоже... Я не одна из них. Меня создали. По пути на Землю. На корабле. Меня годами обучал виртуальный интерфейс, чтобы я выполнила задачу. Получить доступ к системе терраформирования. Ну зачем? Для чего она зенитом? Когда я поняла, что система нового рассвета разделилась, то решила, что моя задача — исправить ее. Но вряд ли зенитам нужно это. Думаю, они хотят очистить Землю и начать с нуля. Значит, зениты хотят уничтожить жизнь на Земле. Мы с Геей так и предполагали. Но зачем? Ради чего убивать всех людей? Когда они брали меня с собой на задание, я видела, как они убивали встреченных дикарей. Их не заботила возрожденная жизнь на Земле. И я решила, что они планируют полную перезагрузку системы. Они хотят сами решить, какой станет планета. Уничтожение всей жизни ради прихоти. Это чудовищно. Но без ядра Геи им будет непросто это провернуть. Для доступа к объектам нового рассвета зенитам нужна копия Элизабет. Они создали тебя. И обучили. И ты подчинилась им? Мне сказали, что я родилась связанной с системами нового рассвета. К
Когда мы прилетели на Землю, я выяснила, что случилось с Геей и ее функциями. А потом я поняла, что никто не хочет, чтобы я исправляла Гею. Что они создали меня, чтобы я сделала то, что не сумел их сигнал истребления, что я освобожу для них всю Землю. Так ты знаешь о сигнале истребления? Это было лишь предположение. Но как еще объяснить внезапное самоуничтожение Геи после веков работы? Гея пошла бы на такой отчаянный шаг только при возникновении угрозы для всей жизни на Земле. Угрозы более опасны, чем прекращение ее работы. И стоило предположить, что она устроила перерождение Собек, чтобы та воссоздала ее. Ну да, сюрприз. Значит, мы имеем дело с теми же зенитами, что жили на Земле. Что еще ты о них знаешь? Они были одними из самых сильных и влиятельных людей на Земле. Контролировали почти каждый важный ресурс производства. Ими управляет Джерард. Это он решил построить здесь базу. Остальные — Эрик, Тильда, Вербена — не признают его власть, но в итоге все они делают, что он говорит. Эрик, тот, с кем я сразилась на полигоне Аида. Им нравится мучить. Да, я знаю. Ты сказала, что зениты построили базу на Земле. Где она? У побережья, кажется. Когда меня возили на задание, я всегда ездила внутри призрака. Видно, ничего не было. Но я слышала, как зениты об этом говорили. Они обсуждали установку энергощита вокруг базы, чтобы отгонять местную фауну. У них есть и другие средства обороны. Патрули призраков, приманки для машин. К ним не пробиться. А что внутри базы? Пусковая площадка, чтобы челнок мог летать на корабль на орбите. И инфраструктура для сбора ресурсов и создания всего, что нужно. А есть еще и другие зениты? Я не уверена. Наверное, есть на базе или наверху на корабле. Возможно, кто-то из них еще летит сюда, другие выжившие. Ты сказала, что колония зенита на Сириусе уничтожена. Что случилось? Мне сказали, что природная катастрофа заставила их покинуть Сириус. Предполагаю, что это был космический объект или сейсмическая активность, или аномальный выброс коронарного вещества на Сириусе А. Зениты не сообщали подробностей? Сказали, что важно лишь то, что они выжили. На Земле 1000 лет назад, а потом на Сириусе. И возраст им тоже не помеха. Как ты сбежала от зенитов? До случая на полигоне Аида я бы не решилась сбежать от них. Даже если бы удалось, я бы не смогла выжить снаружи. Но я увидела тебя. И подумала, ты сумеешь мне помочь. И когда зениты определили, что Элифия расположена в той биолаборатории, я решила, что это мой шанс. Ты сказала, что воспользовалась шансом сбежать, когда отправилась за Элифией. Как именно ты это сделала? Когда я отправилась за одной из вспомогательных функций, меня охраняла только одна из зенитов. Которую убили мятежники у лаборатории. Вербена мертва? Как они обошли ее щит? Я с этим разбираюсь. Ну, расскажи, как ты сбежала? Ну, когда я отправляла Элифию на базу Зенита, я сумела выслать это шифрованное сообщение. Потом я отвлекла Вербену, успела залезть в октагенную камеру и изменила складской журнал, чтобы казалось, что контейнеров всего 236. А основное ядро Геи? И я сказала, что с ним у меня получится быстрее поймать Элифию, и они... Поверили? Отлично. Ты сказала, что родилась по пути на Землю. В искусственной утробе, я полагаю? У зенитов на борту была эктогенная камера. Улучшенная версия той, где ты меня нашла. Они сумели сохранить в ней образец ДНК Элизабет.
Вряд ли Элизабет доверила им свою ДНК. Как они ее получили? Этого не было в архиве, к которому меня допускали. Ты сказала, что обучалась в виртуальном интерфейсе. Это и был тот архив, о котором ты говоришь? У меня был ограниченный доступ. Моими виртуальными наставниками были Аристотель и Аспазия. Они давали мне уроки и оценивали прогресс. Эти имена... Они должны были стать виртуальными проводниками по базе данных Аполлона. Пока Тед Фарро не удалил ее. У Зенита есть копия. Она существует. И ты училась по ней. Тому, что относилось к задаче. Если я запрашивала другую информацию, мне отказывали. Ты могла бы получить столько знаний. Наверное, это раздражало. Ладно, пока этого достаточно. Ты хочешь подняться наверх? Когда же? В смысле, твой план? Когда Гея соберет армию машин, чтобы одолеть зенитов? Откуда ты знаешь? Это же логично, так? Ну, сперва надо найти еще две функции, чтобы Геи хватило мощи поглотить Гефеста. Что? У вас еще нет Гефеста? Гея разрабатывает план его поимки, он не прячется в одном... В одном месте? Нет, конечно! Ты даже не знала, кто такие зениты. Ты уже должна была сделать больше! Зря я сюда пришла. Они найдут меня, разыщут это место и заберут меня назад. Все было напрасно! Они нас не найдут. Гея использует Минерву, чтобы скрыть нас. И что это меняет? Вы безнадежно отстали, нам их не победить, все вокруг, все живое погибнет. Эй, успокойся. Теперь у нас есть ты. Так может, поможешь нам как-нибудь? У меня есть багаж знаний. А если учесть ваши успехи, то и опыта у меня побольше будет. В геоинженерии, конечно же. В информатике, в физике, биологии, химии. Отлично. Давай... Применим эти знания. Поговори с Гей. Я зайду попозже. Как прошло? Рана не страшная, но она жалеет, что пришла сюда. И я разделяю ее чувства. Я зайду попозже поговорить с ней. Может, что-нибудь вызнаю? Отнесу фрагмент оружия Геи. Я смогла открыть еще одну комнату в жилой зоне. Хорошая новость. Загляну туда, как смогу. Приветствую. Новые гости. Теперь ясно, откуда взялась та передача. Да. Еще я нашла вот это. Это часть оружия, которое смогло отключить щит зенита. Но оно сломалось и взорвалось. Если сможем воссоздать его и доработать, то оно поможет победить зенит. Подожди, я просканирую. Готово.
Совместив результаты с данными из твоего визора, могу сказать, что оружие было очень сложным. На уровне с технологиями Зенита. Но принцип не ясен. Значит, взрыв повредил данные? Не сам по себе. Но когда он случился, в оружии сработал алгоритм самоуничтожения всех хранившихся в нем данных. Видимо, это был механизм защиты секретов оружия от врага. Разработавший это оружие знал, как хранить тайны. Сайленс. Судя по твоим данным о нем, я тоже так предположила. И он не станет с нами сотрудничать. Ладно, попробовать стоило. Но это еще не все. Элифия у зенитов. Артемида и Аполлон тоже. Это неприятно. Однако не меняет наш изначально намеченный план. Две оставшиеся вспомогательные функции повысят мою вычислительную мощность, и я смогу поглотить Гефеста. Хорошо. Разрываться не будем. Что ж, тогда вернусь к своему походу. Удачи тебе в поисках. Да. Спасибо. Что ж, похоже, оружие Сайленса нам не достанется. Зато теперь у нас есть еще один клон Элизабет. Но мне нельзя отвлекаться. Надо найти еще две функции. Тише, Ирэн. Нельзя! Так и хочется что-нибудь пнуть. Или кого-нибудь. Ты же сам помог мне найти ее. Все совершают ошибки. Привет. Как вы с Рэндом? В порядке, надо только отдохнуть. А ты как? История с Беттой — это чересчур. Даже для тебя. Стараюсь не брать в голову все сразу. Это мудро. Если что понадобится, только скажи. Я рада видеть вас с Зо счастливыми. Мы многому учимся. Я тут пытался найти какие-нибудь идеи для подарка. Отблагодарить ее за помощь в занятиях. Что-нибудь из мира предтеч, чего она еще не видела. И обнаружил, что они дарили друг другу набитых зверей? Как по мне, набивать мертвое животное, чем угодно, это звучит крайне отвратительно. Может, Гея поможет найти что-то другое? Как у остальных дела с Беттой? Пытался объяснить Ренду, что такое клон. Он ничего не понял. Тогда Зо сказала, что это как два дерева из одного семени. Это вроде помогло. Вижу, вы тут обустроились. Зо планирует посадить здесь разные растения. Говорит, дом должен цвести новой жизнью. Я попросил Ренда помочь. Он лучше голову в патч Алкозуба сунет. Но идея-то неплохая. Здесь должно быть поживее. Пора назад в дикие края. Я пригляжу за Беттой. Помогу ей устроиться. Хорошо. Я хочу кое о чем поговорить. Речь о духах Земли. Если у тебя найдется время. Ты хотела поговорить о духах Земли? Думаю, есть способ исцелить их, чтобы они вновь возделывали поля песни долины. Гея дала мне набор команд. Назвала его «Код перезагрузки». Если мы передадим его духам Земли, помешательство кончится. Это отлично? Конечно. Но есть затруднения.
Духи Земли примут код только от самого Гефеста. Гея нашла обходной путь, но нам понадобятся ядра управления с машин, сделанных Гефестом. Тех, что похожи на духов Земли. А, гиблорогов. Как тот, что был в ремонтном зале. Да. Гея отследила двух таких на Западе. Значит, убить машины, забрать ядра управления и с их помощью замаскировать код под приказ для духов Земли? План такой. Но победить двух гиблорогов будет непросто. Мы справимся. Спасибо, Элой. Я покажу, где искать машины. Я сообщу, как буду рядом с гиблорогами. Хорошо. Если добудем ядра управления, то сможем исцелить духов Земли. Похоже, Гея сумела отпереть эту дверь. Гея, что это была за комната? Здесь должны были отдыхать сотрудники центра управления. Я настроила дисплей, чтобы отслеживать войска Регалы. Это военная карта. Надеюсь, я не мешаю? Нет. У меня вопрос. Девушка, которую привели в Арл и Рент, твоя родственница? Сложно объяснить. Скорее, моя копия. Хорошо. Если она так же сильна, это достойное подкрепление. Хорошо бы. Ты сказал, что упражнялся с Визором? Это правда. Я просматривал записи твоей первой битвы с зенитовскими призраками. Они быстрее и ловчее всех машин, что я когда-либо видел. Сколько их у зенитов? Я не знаю. Наверное, много. Я бы не хотел встретиться с целой стаей. Я понимаю. Извлечение эфира из рощи вышло очень эффектным. Новое видение доказало племени, что Хикаро был прав, выбрав путь мира. Что его выбор благословлен десятыми. Говорят, моя подруга Талана пришла. Ты с ней познакомился? Да. Отважная девушка, раз идет на земли Тенакт в броне Карха. Ей повезет, если не пристрелит на месте. Она осторожная. Просто ищет друга, попавшего в беду. Надеюсь, этот друг достоин такого риска. Ты уже успел пообщаться с Варлом? Немного. Он хорошо сражался с воинами Регаллы. Все Нора такие сильные, как вы двое. Не стоит считать меня Нора. Но вообще, они за себя постоят. Смогли же выгнать Карха со своих земель. Я думал, только мое племя сумело это сделать. Впечатляюще. Мне пора. Доброго пути. Мир гибнет, а мы сражаемся между собой.
У меня снежинки на бровях. Приветствую, защитница. Присаживайся. Пройдешь мимо, упустишь выгодную сделку. Это достойная краска. Посиди со мной, чужеземка. Расскажу тебе кое-что. Смотри или уходи. Если срочно понадобится укрытие, к северу есть древний туннель, куда машины не заходят. Я много раз пыталась найти проход дальше, но безуспешно. Чтобы десятые там не хранили, оно надежно заперто. Спасибо, что рассказала. Древний туннель. Возможно, стоит туда заглянуть, если буду в тех местах. Меньше слов, больше сделок. Мне не о чем рассказывать. Кажется, ты готова к бою. Очень предусмотрительно. Хочешь что-то купить? Ее можно поджарить электричеством. Перегружены!
будет проще. Эту емкость можно подорвать электрической стрелой. Долгонока — это всегда громко. Thank you.
Мне надо тебе кое-что сказать. Не упускай возможность поторговать. Может, в следующий раз Защитница, ты что-нибудь купишь? Я хочу тебе кое-что сказать. К югу отсюда есть длинношей, который ведет себя нервно. С ним что-то не так, но я не знаю, что. Тебе стоит быть начеку, если окажешься рядом. Хорошо. Что бы с ним ни было, если смогу его подчинить, вот получу полезную информацию об окружающих землях. Нужно его найти. Крыло пока держится. Thank you.
Терпеть не могу ходить по этой дряни. Ну вот. Воздух густой и горячий. Поселение Танакт может пополнить припасы?